В понедельник губернатор провел совещание с главами городов, на котором было высказано несколько претензий в адрес Нижнего Тагила. Было сказано, что из-за рискованной финансовой политики нашего города могут пострадать другие муниципалитеты. Это, во-первых, а во-вторых, процитирую слова губернатора: «Это никуда не годится. Могу расценивать ситуацию либо как умышленное вредительство, либо как бездарное принятие решений». Я так понимаю, это в ваш адрес были слова. Как вы можете прокомментировать? Нет, конечно. Ель не заканчивал. Ельский университет в Соединенных Штатах. Для этого нужны особые знания английского языка. Поэтому на особо одаренных я не обижаюсь. Вообще мужчины не обижаются, как мы знаем. Мужчина огорчается. Меня только в этой ситуации огорчает следующее, что именно формулировка, значит, о каких-то злонамеренных действиях по отношению города, с чем я по отношению себя совершенно не согласен. Я могу отнести это только к переутомлению, перенапряжению. Область вести, не штанами трясти, как говорили раньше. Конечно, это груз зачастую неподъемный. Но нам остается только терпеть. Все-таки Великий пост идет.